Ответственность за двойной теракт в Ливане взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». К этому часу в списке жертв 43 человека, пострадавших 240. В Ливане сегодня день траура. Соболезнования правительству и народу этой страны выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул, Москва готова к тесному сотрудничеству с властями республики в борьбе с терроризмом. Двое боевиков минувшим вечером с интервалом в 7 минут подорвали себя на оживленной улице в пригороде Бейрута, рядом с мечетью и популярным торговым центром. По данным ливанских СМИ, атака была хорошо подготовлена. Всего смертников было четверо, но один из них погиб во время второго взрыва. Его бомба не сработала. Еще один позже сдался властям.